43 работы народного мастера Республики Беларусь Марии Кулецкой представлены в Малом выставочном зале Брестского областного общественно-культурного центра. Выставка «Малюю сердце, не рука» приурочена к 70-летию автора, члена Белорусского союза мастеров народного творчества. С огромным удовольствием мы представляем юбилейную выставку великолепной женщины, прекрасного мастера, которая работает в Брестской области, живет и работает в Пружанском районе. Большинство экспонатов выставки – картины, написанные на стекле. Рисунок наносится с обратной стороны пером и тушью. Обязательный элемент таких работ – золотистая или серебристая фольга. Марии Кулецкой удалось возродить этот некогда популярный, а ныне почти забытый вид народного творчества. В этом ей помогли ее талантливые родители, а также экспедиции по Пружанскому району, в которых она находила работы неизвестных народов мастеров, изучала и перенимала их уникальную технику. Мария Миколаевна, она перш за все еще и мастак. Але у историю белорусского народного мастерства Мария Миколаевна Кулецкая, на мой погляд, и думаю, что не только на мой погляд, войдет перш за всего, как человек, який отродил и заховал для нашатков роспись по шкле. Те, как они называются, вот тут на этой выставе шклинки-маляванки. А я, например, памятаю, у моей бабули над ложком висел такой котик у кошику, намаляванный на шкле. И этим я страшно в детстве захоплялась. Так вот, миновито в 50-е годы по вёсках, и не только в Берасейщине, а и в Брестской области, это было достаточно распространено и вельми модно. Немаловажную роль в творчестве Марии Кулецкой занимает живопись. «Лужок», «Мой хутор», «Полевые цветы», «Лён» – это название картин. Они просты, подсказаны сельской жизнью и самой природой, как и образы, которые художница воплощает на своих полотнах. Кроме этого, народная мастерица плетет пояса с национальным орнаментом. Есть среди ее работ и изделия из соломы. Недаром говорят, талантливый человек талантлив во всем. Она протягивает рамёство, традиционное рамёство своего края. Это соправданный патриот своей родимы. И это просто ширый, чудовный человек. И она 15 год вела студию «Шклянка-маляванка», где научала и воспередавала свое мастерство детям. И поэтому мне сегодня хочется повиншовать ее с нагоды 70-годия, с этим святом, пожелать ей мощного здоровья, особистого счастья и радости в каждом дне. Увидеть простые, искренние, яркие работы Марии Кулецкой можно будет до 27 декабря. Они, без сомнения, не оставят вас равнодушными. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Александр Василевский, телекомпания БукТВ.